Всем привет! Продолжаем сегодня обзор альтернативных способов получения электрической энергии. На этот раз я вам покажу, как можно получить примерно полвольта с вот такого вот листа чистой. Размер листа 1 метр на 2 метра. Подключаем к листу прибор, мультиметр. Постоянное напряжение. Один вывод мы вставляем на землю, второй подключаем с помощью крокодила к нашему листу, и можно увидеть, что напряжение на мультиметре показывает 0,6 вольт. Данный лист железа просто лежит на земле, на траве, никак фактически ничего под ним больше нету, только земля и трава. Вот. Ну, какое-то напряжение наводится. И если отключить один вывод мультиметра от листа или от земли, то напряжение пропадает. Ну, вот такой вот опыт вы можете повторить в своих домашних условиях. К сожалению, при измерении тока, ток фактически нулевой, то есть с этого опыта выжать, я даже не знаю, что можно выжать. Какое-то напряжение. Напряжение присутствует, а тока нет. То есть, ну, фактически он бессмысленный, но в качестве эксперимента все-таки его интересно, думаю, будет провести. Ну, все, пожалуй, все, что я хотел рассказать, показать. Всем пока!